Это будет большая чудесная история. Ведь полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо. А еще лучше и важнее найти в нем родственную душу. По-настоящему родственная душа – это тот, кто понимает и любит тебя, как никто другой. Кто всегда рядом, что бы ни случилось. Будет немало всего. Жизнь разнообразна и сложна, но вдвоем все будет в лучшем виде. Я благодарен тебе за все. Спасибо, что ты рядом.